Здорово, друзья. Короче, сегодня, в общем, будем играть сквадом. Это будет максимально лайтовое видео, и это просто игра сквадом. В принципе, иногда обычная игра тоже имеет свою такую вот значимую роль. Надеюсь, вам понравится. С вас лайк, подписка, комментарий. Кстати, на игру, если честно, не настроен, и видео записывается немного вынужденно. Ну, как бы, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, ну, а также, если нужны вещи, все, телегу. Самая первая ссылка в описании. Подключаем команду, нас будет в этот раз всего лишь трое. Может быть, найдем на следующую катку тиммейта, но это вряд ли. А чё, вы разве не пошли? Я думал, мы пойдем как обычно. Ну, ладно. У нас просто есть один человек, который всегда ходит один и всегда непонятно куда. А потом, почему мы слились? Да? Вот, да. Винторез. Че, я забустаюсь тогда? А у них граники есть, нормально. Да, он перебегает поднимать. По-моему. Сразу два граника туда даем, куда я метку поставил. Так у меня нету граников вообще. Давай. Они убегают. Второй уже успел забирать дом. Винторезчик. Пойдет. Угу. Чисто голые. Вот вообще, зачем мы пошли их закрывать? Какой смысл? Я отхожу. Чтобы не было конкурентов. Среди нубов. Среди нубов. Чтобы у нас потом лут никто не воровал. У нас еще люди. Я шаги слышал на магазине. Я тоже. Он ни разу не попал. Ой, там много, слушай. Самурай в упоре и сбежал на то здание на руине. И упор. Не, люди, конечно, гениальные просто. А еще в доме есть. Сколько разрывов, на ДБС-очку. Сейчас самурай там доиграется. О, повезло. А там еще один до сих пор топает. Ты куда? Я прикинь, сольет нас всех. Не, ну челик спортсмен сразу видно. Блин, ну как-то, узнал, если бы можно было тимиться, конечно, то да, но тимиться нельзя. Ну, зачем бан даю? Да, поэтому... Кто броню-то украл? Вы чё, ребята? Я украл, потом отдам. Воришки, блин. Да, я удивлен, что на школе столько людей вообще. Тоже. Типа три склада, это уже нифига себе. Штурка. А что, они шестерки или кто? Нет, пятерка в четвертом шлеме. А. Значит, катка этот бомжей, поэтому и на школе все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он был очень метким. Две головы дал. Живу. Давай еще раз. Я на крышу дома залезаю. Ранил. У меня немножко пингануло. Понимаю.
А что с моего выпала, который ты добил? Фиг его знает. Ну да, залутал, даже не заметил, да? Там МКшка улучшенная. И короче, погнали на босс, у меня есть ДБС, поэтому есть патроны. И у меня МКшка улучшенная. Блин, Трикс на ДБСке прикольный, кстати. Залетка нормальная. Ну и что там по боссу? Фиолка. Ну вообще ничего хорошего. Ну и фронт шлем. Да, четвертый. Очень хороший. У меня бабушка в нем играет. Вот это интересно, кстати. На горе. Что-то мы прям всех сейчас переубиваем, только на школе да на горе. Дорожка-то не дойдем. Ой. Ну я уж так помог. Он слишком хорошо манцует. Он вообще-то просто бежал же. У меня вообще ничего не было, полностью голый. Хм. Там, кстати, еще есть, потому что там, по-моему, по кому-то бот стрелял. Да, вот я вот про этих вот. Не, ну густо народу, конечно, густо. И там еще типы. Ой, хорошо прям. Правда, сколько не закрывай, все равно ничего не падает. У меня упор уже. Как он не нокнулся-то? У меня где-то с магаза. Тот сможет это прийти поднять? Нет. А, это все, да? Нет, скажи, еще по мне с магаза. Да, шли. Это последний был. Хорошо. Так они вроде пришли с магаза, вроде. Да. У нас еще там типа были. Разве? Да, девочка стреляла. Мне кажется, их закрыли. Где типы, которые стреляют? Опа, что такое? Ну-ка. А, это боты? В этом... А, на главке боты типа ходят. Удивительно. Чуратка, наверное, это пустая, но там никого нет. Сейчас посмотрим. Очень я интересно. Ну, я бы тоже, да, на ратку сходил. Ну-ка. У кого-то есть лишний радик? Нету. Ну, тележки стоят, по крайней мере. Ну, я 6 простых кейсов заберу. Я с левую сторону в 0, один кейс справа, окей. Блин, чтобы залутать ратку, мне придется патроны выкидывать. Печально. Так, только надо посчитать, что правильно было. Всего 18. Чё ты офигел, 6 ящиков, конечно, брать. Нам получается по оружейке, то есть. Да. Чё-то ты какой-то вообще хитрый больно. С первого ящика. О, мне тоже 2 слитка с первого ящика, кстати, нифига себе. Так, Стасик, если что, твои здесь 2 и оружейка. Ну, вот именно здесь, в радиации. Фу, блин, радиация. На Библии. Да. А оружейку чуть не открыл. Чтоб тебе ранее не тратить. Почему же, как ты говорил, зайти можно? Ну слушай, мне выпало много, честно говоря, прям вообще. Чё тебе выпало? 2 слитка, 2 чертежа, детектор, 2 планшета и мелочь.
А, ну вы мне сейчас можете ранить скинуть, чтобы я не бежал, не ждал. А мы тебе еще ящики за тебя откроем и честь твою заберем. На, короче, я тебе их открою, там в этом ничего не выпало, но честь я у тебя украл. Мне чертеж и два детектора, и все. Ну, видать, мне очень сильно повезло. Вот, смотри, ты же, смотри, ему дропнулся. Хитрый, да какой? Ну, теперь на выход. Или хотя, может, к боссу. Или на выход сразу лучше. Ну ладно, давайте на босса забежим все-таки. О, второй появился. Да, я как бы да. Вообще кайф. Охренеть, он вообще бьет, это пипец какой-то. О, фига себе, красный. Фига, я такой стою, знаешь, ну, обычно он мажет, он сейчас мне просто все залепил, прям ровно в меня. Отмечай сразу, да? О, шлемку, сейчас себе заберу. Хотя вроде это пофиксили, да? О, мне реально выпал шлем кобра. Нифига себе. Теперь у меня два шлема кобры. А этого даже мне не дали выделить, спасибо. У меня, кстати, 8 жетонов, неплохо. Итак, друзья, на этом, в общем, мы будем заканчивать. Кстати, если вдруг кому интересно, что катка, типа, записана хорошая, с какого раза? Ну, типа, с первого получилось. Удивительно, приятно, очень интересно, но все же получилось довольно классно. 1,5 миллиона мы выносим, хоть это не супер много, но в принципе для сквада это самая такая вот норма. Даже выше нормы, я бы сказал, так что довольно приятно. На этом все, не болейте, ставьте лайк, подписывайтесь, все ссылки будут в описании. И до завтра, как обычно, пока.